Майкоп в университет. Да? Мамка твоя уехала в университет? Надо там что-то там заявление ей написать. Написали еще надо ИНН. Что-то она забыла, что ли, привезти. Ну, раз надо заявление написать, так и заодно и документы довести, да? Мамка поехала. Там распределяют курсовые, что ли. Ну, в общем, уехала мамка. Мы будем сегодня тут с внуком воевать, да? Матвей, я уже кашу с Софией сварила. Баба сварила? Мне надо прибираться. Вот хожу по дому, и мне прям не нравится. Потому что ничего не попылесосено, полы не помыто. И ощущение какое-то неприятное. Не люблю я так. Сейчас вот днем деда пойдет с Матвейкой гулять, спать на улице. Баба все попылесосит и полы помоет хорошенько, да? Этой электрической этой шваброй. Прям на два раза все помою. Хорошо, хорошо. И будет сразу на душе радостно. Сменила тут покрывало. Не могу Матвейку ложить на грязное. Дети тут все лазят, как попало. Я его в стирку положила. А это у детей поменяли покрывало. А эти чистые Настя еще стирала. Матвей на чистом лежал. Девчонки все спят еще, пускай отсыпаются. Осталось тут сегодня до завтра, а в понедельник уже в школу. Да, Матвейка, остались, скажи, два дня. И опять будут вставать в 7 утра. Пусть поспят. Девчонки все проснулись, Матвейка уснул, наоборот. Саша прическу делает. Терпит, сидит. Вообще она не любит делать прически так же, как и Саша. Кушаешь? Я думаю, что яйца были. Там булочки есть разные, я вчера покупала. Ну-ка, иди сюда, покажи. Нарезать булочки? Просто я белье на улице развешивала. Ого! Как красиво! У нас со вчерашнего дня тут все сумки стояли. Я уже половину разобрала. Что-то в стирку, что-то я стирала там чистое. Здесь Томина. Пока не могу туда унести, потому что Матвейка там спит. Здесь тоже костюмы стирала. Надо будет у девчонок наверху там посмотреть. Мы, похоже, там летние ложили. Место надо найти. Василек у меня пока так и лежит. Надо будет сегодня постирать. А, это Настина все. Ну, полотенце тоже надо будет постирать. Мы же уехали. Так я ничего и не постирала. Поэтому так и лежит. Женечка, привет. Саша еще сейчас свои вещи разберет. Тут что чистое, что... Все ага, доча, сумку свою разбери. И вон там еще сумка не разобрана. Сейчас. Ну, разбирайте. Что там делаешь? А? Не надо. Ага. Ну ладно, чем-то занимается. Постели уже заправили. Видите, вот эти покрывала чистые, я их постирала. И пока эти лежат, те мы убрали. Матвейка проснулся. Тома кровать заправляет. Доча, не так. Я сказала, оставь как есть. Не трогай. Потому что там Матвей будет, не надо так заправлять. И я чистое покрывало дам сейчас. Дальше не делай. Сейчас Матвея заберем. Ну вот и проснулся уже наш Матвейка. Очка, я шпаль-шпаль тут. А? Кто там? Нянька твоя пришла? А? Проснулся. Баба его кормила, он уснул. Да. Ну все, бабины дела все остановились. Все, он уже сам все держит. Да. Санечка, разбери, пожалуйста, свою сумку. Хорошо. Если что-то там в стирку, положи в стирку. Если чистое,
то в шкаф аккуратненько. Хорошо. Ну, ну все. Иди бабе на ручки. Ой, столько что встал. Баба столько дел успела переделать. Да? Стола убрали, но не вытерли. Ну ладно, бог с ним. Сюда все переставили. Сейчас я все помою, все уберу и начну готовить. Женя попросила суп гороховый. Саша попросила, мама, можно сухарики сделать? Она так сухарики хочет. Тут у нас вот есть, по-моему, вот этот хлеб можно использовать. Тут вот булочки какие-то, как раз наоборот, будут вкусные. Вот этот кусочек тоже можно засушить. Она, я сама все порежу. Ну, очень хочет она эти сухарики. Я говорю, ладно, ладно. Сейчас допьем, потом выкину это. Это я кофе брала, когда мы там жили в Краснодаре. Осталось немножко витаминов, правда, всего 3 штучки. Не знаю, как их делить. У меня очередная стирка тут уже постиралась. Девчонки школьную форму не положили, сейчас только кинули. Ну ладно, это невероятное количество стирки у меня сегодня. Ладно, все это сделается со временем. Самое главное сейчас кушать сварить. Чё, Матвейка, аж 2 няньки у тебя? Да. Да? Ой-ой-ой-ой. Уже во все стороны вертится. Настя была на приеме. Она говорит, еле дался там послушаться. Говорит, крутится, вертится. Врач говорит, ох, ну шустрый он у вас. Да, Матвейка, шустрый? Сейчас в обед деда пойдет с ним гулять. Девчонки все пропылесосят. Да, доченька? Я все помою. Помою этой шваброй электрической. Она прям вообще хорошо моет. Мне так нравится. Поэтому все хорошенько промою. Столько дней никто ничего не мыл. Все равно, видите, тут, особенно на кухне. Хотя я утром протирала. И уже опять молоко разлили, потому что Софийка нечаянно кружку дернула, и все, и молоко разлилось. Ладно, все, приступаю я к уборке, готовке. С Матвейкой гуляет. Заодно в магазин зашел. Купил мне лавровый лист. Взял паприку. Ну и хлеб, и йогурт, наверное, Тома купила. Девчонки все пообедали. Сейчас я уберу посуду и буду готовить плов. Сегодня у меня гороховый суп. Все хорошо поели, кроме Васи и Томы. И Софийка отказалась, попросила опять кашу. Кашу уже тут совсем немножко осталось, но думаю, ей хватит. Заварила себе ромашку, полоскаю рот. Знаете, позвонили с Тануса, спросили, как у меня самочувствие. О, у меня уже сушилка одна закончилась. Сейчас постираю следующую. На улице как бы дождь не пошел. У меня там белье сушится. Матвейка спит, Вася с ним гуляет. У Насти она приедет поздно. У нее в 3 часа массаж. Время только 2. Постельное. Ой, здесь у меня еще есть где сушить. Но я сейчас буду постельное стирать Настина. Тома гулять пошла одна. Девчонки попросили в телефонах посидеть. Я думаю, ну пускай посидят. Поэтому у меня вот сушилка дома. Я сейчас постельное постираю и на улицу развешу. Там еще и покрывало надо будет постирать. Места не будет. И боюсь, что дождь пойдет. Обещаю, дождь небольшой. Хотя у меня там сушится на улице. Поэтому дома стоит сушилка. Вот. Ну, сейчас поставлю. Девчонки не хотят пока на улицу идти. Можно в телефонах посидим. Я говорю, ладно. Пока отца нет, он ругается так за этих телефонов. Ладно, помою посуду, приготовлю плов. И уже потом будем пылесосить и полы мыть. Пока дети пускай сидят в телефонах.
знаете, бабка Матвея, Тамара Петровна, столько планов, я сейчас плов приготовлю. Матвейка поспал 1 час, дед его занес, я его давай кормить. Матвей не доел, бабка уснула. Да? Ничего бабка не делала твоя? Ох, скажи, какая. Дети все такие, тихо-тихо, мама спит, да? Ну, бабы снули. Ох, как они хорошие. Матвей, баба, же... Ого. Это сейчас я делаю. Да, круто. Матвейка, Матвейке, наверное, на зубы все-таки. У него жуткий стул. А? Мамка говорит, на зубы у тебя. Ой, все, отвернулся. Так. Баба, я сейчас приду. Я спала, мне нужно проветриться немножко. Прямо в жар кидает, не могу. И то Вася меня разбудил. То, что говорит, иди, Матвей, мой. Ну, блин. Ну ладно, поспала, ничего страшного, успеем все сделать. Нолик, где остальные? Нолик. Сидит, отвернувшись. У меня с мусором что-то непонятное там. Надо, наверное, ехать договор составлять. Ой, все-таки, наверное, дождь пойдет. Уже капает, надо белье снимать. Девчонки так и не ходили гулять, сидят дома. Сейчас я тебя белье соберу, я тебя отпущу. Немножко тут, правда, но все равно. Занесла белье домой, Таю отпустила. Вася тут пересаживал немножко некоторые фруктовые деревья. Правда, не знаю, куда, что он там пересаживал. Мне говорил, я то пересажу. Я говорю, ладно. Перезаливал заново пол в этой комнате. Сегодня хотел, но сегодня не получилось. То с Матвеем гулял, то еще. Кроты роют. Видите, тут все роют кроты. А вот сюда, наверное, он пересадил. Да, тут у нас малина росла. А вот еще приготовил тоже пересаживать. Пусть побегает. Думала, девчонок отпущу гулять. Дождь идет потихоньку. Да, в городе быстрее начинает листва распускаться. Ну, тут тоже, видите, уже потихоньку, через недельку, уже, наверное, все будет и в цвету, и листья хорошо уже расцветут, ой, распустятся. Все животные живы, здоровы. И Тая. А вон и Сима сидит. А Тишка, наверное, дома хитренький. Да? Сима, Тишка дома, наверное. Он сегодня с утра уже дома был. Все нормально со всеми животными. Гуляет. Когда заливали, был небольшой косяк. Вот здесь вот шишка была. Вася пришлось перезаливать все заново. Но зато все исправил. И вон там осталось тоже. Вон, видите, там перезалить. Вот так все.
А вот здесь вот еще тоже вишню он посадил. А там хочет убрать, чтобы бассейн поставить. Он был в шуме. Вот это вот рана. Я не знаю, что это за ягода. Похоже на персики, даже на нектарины. У меня заколки везде у детей валяются. Так, ладно, пошла домой. Смотрите, что наделали. Отец так ругался на самом деле. Саня, не надо на руках его таскать. Дочи. Это Саша с Томой. Ладно, сейчас поставлю. Понимаете, вы эти светяшки туда поставили. А как я воду-то поставлю? Они ж погибнут сразу. Ну, берем. Ну, давайте поставим воду. Ой, как красиво придумали. Спасибо, милые. Пожалуйста. Ну, папа ругался сильно. Давай, что не надо их рвать. Скоро мама приедет. Ну, Женя, она не хочет.